Всем привет, доброе утро. Научилась я, короче, пить кофе со сгущенкой. Это очень-очень вкусно, вот эта вот белорусская сгущенка. Неплохая, но, честно, я не вижу особой разницы с нашей, вот с украинской. Тоже она такая же примерно на вкус. Я ложечку кофе кладу и ложечку сгущенки. Это получается очень такой нежный, вкусный напиток. Снова у меня сэндвич с курицей, помидором и листиком салата. Начинаем с вами новый день. Пасмурный, снова пасмурный. Теперь, наверное, можно почти каждый день снимать улицу и говорить, что пасмурно, снова пасмурно. Но меня это радует, блин. Да, это классно. Друзья, я еще немного хотела поговорить о конкурсе прошедшем. Хочу всех поблагодарить, кто меня поддерживал, кто сказал, что я неплохо, хорошо выступил, что красивый костюм. Для меня поддержка очень важна, и мне очень-очень приятно. Ну, мне хотелось бы сказать немножечко вообще по поводу самого конкурса, потому что некоторые писали, что это самодеятельность, детский сад. На самом деле, мне просто выпала маленькая площадка. То есть, всего на этом конкурсе было три площадки. Это Запорожский областной чемпионат. То есть, это большое событие. Это первый конкурс в сезоне. Было очень-очень много участников. Просто я не была на этих площадках. Там была сцена, еще какая-то площадка. Очень много людей было. Мне досталась маленькая. Соответственно, я снимала немного номеров. Не все, и участников было немного. Но среди тех, которых я показывала, были две, даже три, наверное, девчонки, которые вообще супер профи. Они мне очень понравились. Да, девушка в зеленом. Потом девушка, которая танцевала шааби. Такая с повязкой на голове. Девушка в красном костюме, в красном платье. Это, наверное, было Халиджи. Потом мне очень понравилась девушка, которая танцевала с тростью. Там кто-то писал, ой, кто как может, кто с тростью танцует, что за бред. То есть, на самом деле, это стиль, вообще отдельный стиль в восточных танцах. Это саиди называется. Это очень-очень красивый танец с тростью. Потрясающий просто. Для меня вообще люди, которые танцуют этот танец, это просто что-то с чем-то. Я очень их уважаю, потому что, как мне кажется, это очень тяжело крутить эту трость, поднимать, ловить. Я бы хотела научиться этому стилю, но пока считаю, что мне рановато брать в руки трость и учиться с ней танцевать. Очень красивый танец, и он необычный. То есть люди просто не знают, что такое восточный танец. Все думают, что восточный танец, танец живота, это потрясти животом, и в принципе ничего сложного. И вообще моя жена, как там некоторые писали, моя жена мне такое танцует дома. Ну, я бы посмотрела, если бы жена пришла на тренировку, и там бы сказали бы пару названий движений, показали бы, как это делать, она бы не смогла это сделать, потому что на самом деле этому надо учиться, это огромная работа над телом, над каждой мышцой, нужно прочувствовать абсолютно все в теле, и мы реально после тренировки, как выдохшиеся бобики, мы мокрые. Это правда достаточно тяжелый вид танца, я считаю. Это, возможно, кажется с виду, что, ой, это что он там делает, это не тяжело. Стоит отдать должное тем женщинам, которых я снимала, которые танцуют уже, которые не молодые, да, там вы видели. Они молодцы, они работают над собой, они что-то делают, они выходят на сцену в красивых костюмах, танцуют. Этим людям, ну, вообще, вот просто низкий поклон. Я считаю, что эти женщины достойны уважение. Они не сидят дома, не осуждают других, они занимаются собой, развивают в себе какие-то таланты, показывают это людям, не стесняются, и это просто офигенно. Я им всем хлопала, мне очень нравилось за этим наблюдать, это действительно было очень интересно. И вот там некоторые смеялись там с номера 300, ой, не помню. Ну, полная такая была женщина. На самом деле, чтобы вы понимали, в своих истоках восточный танец это танцевали как раз такие женщины. Полные, когда было чем трясти, и это вообще не зазорно, в этом стиле танца приветствуется любая фигура абсолютно, от костяшек до вот таких вот полных и полнее, есть звезды в таких фигурах, поэтому вообще ничего здесь такого не вижу, просто люди не разбираются там, что за цыганский танец, тоже объясняю, что, ну, чтобы вы это все знали, потому что я это буду показывать, и вы будете потом писать, что это восточный танец, цыганский танец, танец цыганки, да, там он тоже относится к восточным танцам, как и индийский танец, это все огромная категория, просто восточный танец, это как бы обобщающее понятие. В него входит очень много стилей, то есть они также относятся к восточным танцам. Если вы увидите на конкурсе цыганский танец там или еще какой-то странный, вам кажется, он не относится вообще никак к восточному танцу, это все в это входит. То есть это СТК, по-моему, называется, куда все вот стили можно сбросить. Я, например, собираюсь завтра учить стрит-шааби с Катей. Кто не знает и кому интересно, что это за стиль, что он вообще себя представляет, я завтра вам об этом расскажу, покажу, если, конечно, вы этого хотите. Поэтому просто прежде чем судить других людей, я не про себя говорю, стиль и сам танец, и, ну, написать всякие глупости, лучше об этом почитать. Я сама еще до конца не разобралась во всех стилях, во всех тонкостях. Это очень-очень интересное направление, и оно действительно сложное, это испытание для тела. Будьте снисходительны к другим людям, потому что люди стараются. Я вот кое-что у себя нашла, точнее у мамы. Это такой вот платок, бисерный с бахромой. А у меня когда-то был желтый купальник очень-очень давно, я еще была вообще маленькая. И к нему шло вот такое вот, как парео, накидочка. Я не сейчас вспомнила и очень рада, потому что именно в таких платках сейчас тоже тренируются. Не только в манисты, да, с монетками платки, но еще и вот эти. Я очень рада, сегодня беру его на тренировку.
Он легенький, будет классно колыхаться и веселить меня. Он еще так переливается, красиво блестит. Хорошая находка. То есть всегда вещи можно найти какое-то применение, даже если она завалялась уже очень долгое время. И хочу вам показать мою прическу. Во! Взяла французскую косу в ее классическом исполнении на бок. Если вы хотите, вот если вы хотите опять снова, я сниму несколько причесок на каре. Потому что я люблю прически, я люблю что-то плести на голове, что-то завязывать, импровизировать. Я купила кое-что еще. Купила горчичный порошок. И если хотите, а я думаю, что некоторые хотят, я завтра покажу легендарный рецепт горчичной маски для роста волос. И буду растить волосы. Быстро надоели, на самом деле, короткие волосы. Но в какой-то степени я очень рада, что их обстригла, потому что все-таки их реально было не спасти. Они так обламывались жутко, что... Ну, единственным выходом было их стричь и дать дорогу новым. То есть я краситься уже не хочу. Через все свои 100 тысяч испытаний я поняла, что краситься можно только в свой цвет, лучше в свой цвет, да, там приближенный, чтобы волосы просто красивее блестели или оттенок какой-то благородный получили. И лучше не делать короткие стрижки, если ты всегда был с длинными волосами и привык к ним. Есть, конечно, исключения, которые приходят с волосами по пояс, обстригают коры и ходят всю жизнь счастливые. Но я вот помню, давала себе когда-то установку «не стриги волосы, не стриги волосы». И все равно постригла. Поэтому сейчас я собираюсь снова отращивать. Отращивать уже здоровые волосы. Через все свои эксперименты я пришла к этому выводу. Я рада, что были эти эксперименты. Это было что-то новое в моей жизни. Я каждый раз была счастливая. Генетикой у меня, в принципе, заложены длинные волосы. Если у меня были волосы по пояс, я думаю, что и отрастить их я их смогу. Не знаю, по пояс, не по пояс, но, в принципе, длинные должна отрастить. Кстати, у Каринки скоро день рождения, 5 октября. Может, кому это будет интересная информация. Скоро буду ей выбирать подарочек. Я знаю, что будет за подарок. Она мне говорила даже. Ну, мы с ней часто об этом как бы говорим. Что ты хочешь на день рождения? Это, я считаю, нормально. Ты даришь человеку то, что он хочет, и тебе несложно выбрать. То есть ты не прогадаешь. И я сегодня, кстати, в своем платье с Glory Jeans. Кто с нами очень давно, помнит, что это платье мы покупали еще, блин, года 2 или 3 назад, наверное. Длина у него, конечно, странная, но как-то вот ниже колена висит. Зато оно конкретно осеннее, под кожанку, под кроссовки. Сейчас пойду к Калине в гости и будем с ней гулять. А тут ДТП. Ух ты, я такую не помню машину. Такая легенькая. Просто вот бибика лежит, маленькая, сбитая. Полицейские приехали. Смешно. Короче, я вспомнила былые таланты благодаря Ноеву ковчегу, который мама с папой подарили Радюше. Сейчас я вам спою. Я тебе петь не буду, я сыграю. Возможно, кто-то из вас знает эту песню. Ой. Это, по-моему, фильм. Аккуратно, Радюша. Когда сильно хочется печенья. Мы попробуем все. Сегодня гуляем на все. Что за печенье, конечно, по 3 гривны за упаковку. Но хочется, блин. Душа требует. Карюха? Да. Мне от вас только это и требовалось. Так тепло. Прям жарко. Я не знаю. Мы поснимали с себя всю верхнюю одежду. Солнце светит. Наверное, это и есть тот самый бархатный сезон, потому что не верится, что было прям очень-очень холодно недавно. Или это на дождь, я даже не знаю. Парит очень, конечно. Фух. Кстати, печеньки довольно-таки неплохие, ребят. Я пока живая. Ничего, водитель Таврии. Да, практически прямая трансляция. Таврона. Какой Таврон? Таврюшечка. Таврюшечка. Наша Таврюшечка. Да. Вот ну, вот. Расскажи, что тут такого интересного есть в салоне. Здесь есть магнитола, только я ее снимаю, чтобы не украла. А что там могут украсть эту магнитолу? Сколько она стоит? Понятно. Здесь есть руль, коробка передач, тахометр со спортивной машины. Вот. Круче нас только яйца. Экраны спереди, которые не работают нифига. А сзади музыка работает, уже проверяли. Что тут еще есть? Бардачок. Да. Нет, тут надо показать, что такое, чего, в принципе, в Тавре не должно быть. Стеклоподъемники когда-то были, но их отключили. Их нужно подключить автоматически. А магнитолы и динамики большие сзади стоят. Ну, в Тавре не должно быть. Не должно быть Тавре вот этого. Стеклоподъемников автоматических, как на Бэхе. У нас такой, синий салон. Клац, и ты такой... Да, у нас синий салон, синяя дверь, коробка, руль, чехол, кнопка одна. Некоторые... Значок холода, он тоже синий.
Да, как бы странно не выглядел. Ой. Освежитель воздуха с этой стороны синий. Надо купить нормальный, что ли. Сзади вот синие вставки там, где... Тут нормальный музон. Таврии вход назад, только если опустить переднее кресло, то есть на котором... Короче, это двухместный автомобиль. Двухместный автомобиль. Двухдверный, трёхдверный. Нет, ой, двух... Да. Он трёхдверный. Лёша всё правильно сказал. Ну, кнопку умы наклеили сзади, спереди. Только не так, как надо. А там ты нажал? Нет. Оба! А, вот эта синяя кнопочка, да, регулирует? И все. Все, 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 ляньте, как все сверкает, класс. У нас там на флешке музыка, я еще свою рабскую докончаю. Наверное. Ты мне разрешишь. Леша пиццу привез. Там, по-моему, впереди есть какие-то фонари, которые нужно показать. Леша сегодня купил страховку. Здесь можно? Да. Купил страховку, 650 гривен страховка. Не сердитесь, будь ты вечным, сберегайте спокій. Це під час дорожньо-транспортного. Прикольно. Мазон, еле слышно басы, конечно, бешеные. Да, басы класс. Слышишь, мы будем как эти, как, знаете, быдло ездить. Музыка на весь город. Ну, я тела только так и слушать. Да, я покажу эти фонарики. На самом деле, да. Мы это выключаем, потому что аккумулятор разряжен. А, кстати, тонированная машина сзади. Давай. Опа. Они называются халоген. Они откуда-то стоят, да? Это разный цвет? Кстати, вот давайте немножечко про цену поговорим. А, еще подожди, тут брезговики стоят. Они стоят на Таври? Естественно, на всех Таври стоят. Блин, ладно. Вдруг, что необычные брезовики. Сколько стоила машина? Сколько стоила машина? Расскажи. Машина стоила 1300 баксов. Нет, стоила на 1400. 1400 выторговали 1300. А, тут что-то там есть, я не помню, как это называется. Короче, только оно одно там 200 баксов. Как оно называется? Я не помню. Ай. С какой-то, да, с другой машины? Нет, я не помню, не помню, не помню, не помню, что там. На что оно влияет? Не помню. Не помнишь, короче? Вообще просто не помню. Да, у Лёши ещё плохо разбирается пока в этих всех мелочах, но он всё выучит и всё узнает. В общем, будет потом шпрехать, да. У нас есть таврюшечка, у нас есть тепл. И у нас есть пицца. У тебя есть пицца. А что, это ты мне купил, ты забыл съесть? Я забыл съесть. И не успел. А да, сказал сразу. Вот ты брехло, зачем ты брешь? А ещё у нас есть буковка У не на той стороне. Потому что У. У даже не знает, как правильно клеить эту буковку У. Даже я знала, что слева надо клеить. Ну, с буковкой У теперь меня, конечно, обижают. Особенно, когда видят, что не с той стороны. Кто обижает? Обижают. А, обижают. Обижают. Думаю, кто тебя обижает? Мы уже тут... Да, на самом деле, сегодня пришлось ехать опять на другой конец города. Через там очень большое кольцо, в сторону рынка. Там, где полицейские стоят и ходят по дорогам. Ну, нормально. А я ездил. И ходят по дорогам, и дышат, ходят, и живут там вообще. Туда-сюда, через дорогу. Что они там вообще делают? И там постоянно большой поток. Угу. Ну, нормально. А ехал я без страховки. А что, у всех должна быть страховка, да, обязательно? Обязательно. Обязательное страхование. Купили машину, и всю эту неделю мы катались без страховки. Слушай, подожди, поймали, ты купил страховку за 650 гривен. А если, не дай бог, что с машиной, тебе что, 650 гривен плачут? Нет, там до 100 тысяч, 100-200 что-то. А покупается так дешево? Это на год. Обычно страхуют как-то. Это на год. Все равно дешево. 650. Ну там до 100, ну недвижимое имущество до 100 тысяч. Угу. Короче, всю эту неделю меня могли поймать, и полицейские подходили. И мы проезжали 100 раз мимо них. Сегодня вообще через пост этих полицейских проехали на выезде из города. Я не знаю. Пока мне прет. Да все, уже у тебя страховка есть, уже все, да, этого можно не бояться, по крайней мере. Да. Права есть? Права есть, права, документы есть на машину. Бензин есть. Что еще? Машина есть. Да. Залил в Таврию 95-го бензина, и она запорхала. Не экономьте. Не экономьте, это важно. Все, можем уходить. Человек с недельным опытом вождения на машине. Вот именно. Все? Расскажи про своего кота. Не хочу, это не мой кот. Ну скажи, расскажи, как что ты пустился за безумный животный. Животные, привет. Сидим себе, общаемся, тут какой-то кот прошел, Леша начал кот гладить, пока он сюда не залез. Ну, здравствуй. Вся шерсть и все будет. Здравствуй. Он так посмотрел в камеру. Тебе как, нормально? Эй, иди сюда. Ты там вообще как? Это уличный кот, мало ли где его носила. Где его носила? Действительно, где носила? Где тебе носила, кот? Он зашел сюда помыться, всех блох скинуть тебе. Ну и нормально. Ты что, тут жить собрался? Да, судя по всему, да. Это теперь его машина. Это не твоя машина. Да это не уличный, потому что он прям очень шерсть ухоженная, он такой. Да ничего, надо обычный кот. Потрогай его, он очень мягкий, да и шерсть сама по себе такая. Это просто его подкармливают какие-то бабушки, которые котов себе любят. Ну не знаю.
Я тоже бабушка, которая любит. Свои интимные места моют у тебя на заднем сиденье. О, господи. Ребят, у меня есть для вас небольшое объявление. Я уже пришла в станцию, поэтому узнала об этом там в подробностях. В общем-то, это относится только к тем, кто занимается восточными танцами, только восточными. Возможно, у вас дети занимаются танцами этими или же знакомые. Вы можете кому-то посоветовать. В общем, у нас в Запорожье 20 октября в субботу будет Miss Oriental Dance. Это, в общем-то, как конкурсы красоты и талантов, в котором участвуют только восточники, потому что будет конкурс талантов, в котором нужно станцевать что-нибудь из восточного стиля. И дефиле в восточном костюме, вот, поэтому только вот для людей, которых вот эта направленность интересует, кто реально этим занимается, может также прийти и в качестве зрителя, вход бесплатный, но депозит за столик все равно придется платить. Вот, я бы хотела поучаствовать, но я, к сожалению, финансово, наверное, не вытащу два события, конкурс Днепропетровский, если я хочу, и вот этот конкурс, тем более там, наверное, надо не один костюм уметь для того, чтобы выигрывать. Кстати, организатором является Катя, наш педагог, поэтому я, в принципе, и рассказываю. Поэтому, если бы это был кто-то другой, я вряд ли бы рассказывала. Просто я знаю, что она человек ответственный, она человек творческий, и конкурс должен быть очень интересным. Поэтому, если вдруг вам это интересно, можете написать мне, можете написать там Кате. Но это здорово, я считаю, что у нас вообще такое в городе происходит, что у нас такое организовывают, потому что сами по себе восточные танцы не сильно как бы раскручены. Но на самом деле они набирают оборотов, и сейчас очень много участников, еще больше набираются, больше людей интересуются этим стилем, снова, как бы, знаете, интерес возник к этому направлению в танцах. Происходить это все действие будет в Ржевском, Ржевский проект, возможно, слышали. Вот, собственно, все, что я хотела сказать. Сегодня очень было весело танцевать в этом желтом платочке, прям, кто знает, новый уровень. Очень здорово, потому что манисты — это прикольно, но немножечко неудобно как-то, особенно когда на коврике мы делаем упражнения, я не всегда снимаю манист, он давит или там осыпаются монетки в процессе занятий, можно наступить, уколоться, кто-то может подспотнуться, ну, такое, знаете, травмоопасно немножко. Такие платочки — это круто. Съем яблоко, почитаю немножечко книжечку и буду ложиться спать, потому что завтра новый день, завтра новое занятие. Я обещала вас познакомить завтра с другим стилем, надеюсь, у меня все получится, я вам расскажу, и увидимся уже с вами в новом дне. До новых встреч, всем пока! Кокетливо вибрирует сталь лона, турбина, дрон урчит утробно. В 4:16 ровно я выйду в последний раз вдохнуть кислорода. Такого до боли родного, такого до дрожи в поджилках земного. Ты не торопи меня, чертов рок, дай распрощаться мне с родным космодромом.